Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Сегодня у нас очень увлекательное видео. Я покажу, как можно сделать лава-лампу в домашних условиях. Все, что нам нужно, это таблетки Alka-Seltzer, растительное масло, без разницы какое, пищевой краситель и большая стеклянная емкость. Первый шаг – это окрашивание воды. Используйте пару капель пищевого красителя. Добавьте достаточно красителя, но не переборщите. Я беру зеленый, потому что люблю этот цвет. Вы можете использовать любой понравившийся. После налейте окрашенную воду в стеклянную емкость. Сверху налейте растительного масла. Убедитесь, что масло хотя бы в два раза больше, чем воды. После этого дайте смеси настояться. Она разделится, так как у воды и масла разная плотность. Теперь мы готовы запустить нашу лампу. Все, что нужно сделать, это взять таблетку Alka-Seltzer и поместить в получившийся раствор. И, как видите, спустя считанные секунды лампа начинает работать. Довольно впечатляюще. Выглядит как полноценная лава-лампа, на которую потрачено много времени, хотя на самом деле это заняло меньше минуты. Для большего эффекта возьмите фонарик и поместите под лампу, чтобы луч был направлен вверх. Теперь поместите лампу в темноту, она начнет светиться. Гостям должно понравиться. Выглядит это очень эффектно и будет очень кстати на вечеринке или в другой ситуации, когда в помещении нет света. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой лава-лампе. Ее очень легко сделать, и я настоятельно рекомендую вам повторить это дома. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайк. С вами был профессор Гуглов. Увидимся!